И всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас расскажу, как я заработаю много денег на криптовалюте, практически без вложений, за этот год. И у меня план простой, это развивать свой канал, чтобы потом на нем можно было продавать рекламу, но каким образом его развивать, пока, скажем, рекламу не покупают, да, пока мало просмотров. Это самое легкое, просто мы делаем видео про биржи, топовые биржи, я просто посмотрел, какие топовые биржи, какие мне там больше нравятся, Wirral, Binance, Bybit, OKX. Что я буду делать? Я буду делать какие-то ролики для новичков, как зарегистрироваться на Binance, как там вывести на кошелек. Буду скидывать сюда свою рефку и, в общем-то, наращивать рефов. Для чего я это делаю? Чтобы каждый месяц лутать довольно-таки много денег с комиссии рефералов. Я выбрал Binance, я на него прям хочу конкретно сделать видос, наверное, 10-20, таких хороших, качественных. Потом Bybit тоже надо и OKX. Как я их сделаю, я посмотрю, какие результаты. Может, дальше буду также про них делать про эти же биржи видосы и лутать репов. Или еще пойду на мелкие биржи, там уже посмотрим. Также, что еще буду на канале? Это выкладывать какие-то свои темки, там, что я делаю. Допустим, до этого я выложил, почему я купил Omni. Да, у меня еще там какая-то просадка небольшая, но я думаю еще там закупить на какую-то комфортную для себя сумму для щиткоина. Вот, как-то так. То есть, смотрите... Идея как будто вообще гениальная. Просто мы снимаем видосы про биржи, лутаем с рефов, притом это будет пассивный доход, нам ничего не нужно делать, мы один раз засняли видео и лутаем вообще напряжение всего времени. Это вообще идеально. Binance. Так, что еще у нас? Сейчас на канале 2300 подписчиков. Было бы славно за этот год сделать 20-ку, Вот. Не знаю, может что-то новички, вы меня не знаете, кто я такой. Я Ростиксон. Я много заработал, допустим, на этом канале. Вот как вы думаете, сколько я заработал на канале, которому 2000 подписчиков? Ну, сейчас первая ваша цифра, да? 0, 0, ты в убытке, да? У меня прибыль только сдельная. Больше 15 тысяч долларов. То есть, я, допустим, 174 видео про Gate.io сделал, где, да? NIR, KuCoin Exchange, где за каждое видео, ну, мне платили в долларах. То есть, а сейчас я посмотрел... Я теперь буду по рефералочке делать видосики. И просто кайфовать с этого. Вот, как-то так. Притом я это буду делать профессионально. Ну как, слово профессионально, блин. Хорошо, шутка, ну. Ну, монтажерик мне будет делать там всякие превьюшки красивые. Вот такую темочку будем делать. Довольно-таки, кто там с нуля что-то делает, это вообще не требует никаких вложений, просто время. А при том, что это можно нормально на этом заработать, прям вообще... Потому что там люди некоторым по 3, по 4 тысячи долларов приходят просто с рефералов на пассивном основе. Притом это там не на топовой бирже Binance, а допустим на Bybit. Я не в том смысле, что там Bybit хуже или что-то такое, а про то, что ну на Bybit торгуют меньше объективно, чем на Binance. То есть можно из Binance, из Bybit, из OKX получать. То есть я делаю вот эти три биржи, а потом смотрю еще, думаю, может про KuCoin сделаю, про Gate.io. Главное, да, все это делать максимально, скажем так, подойти ответственно к этому. Допустим, я вот про Gate.io сделал 174 видео. Да, мне за каждое видео заплатили. Да, мне платили премии. Но я там чуть-чуть, ревку не уточнил у менеджера, да. У меня была ревка, которая исчезла через год. У меня там были какие-то рефы, да, после 174 видео. Но они пропали, потому что ревка была, скажем так, временная. Поэтому всегда уточняйте какие-то моменты. Ну, самое главное, работаем, делаем. Через годик увидимся. Да ладно, увидимся быстрее, конечно. Я вот сейчас как видосики первые про Binance буду делать. Я думаю даже, знаете, сделать пачками. Сначала там видосы 20 про Binance, так спокойно. Потом про Bybit тоже так спокойно. Потом про OKX. То есть вообще, как бы, вот как-то так. Напишите, как вы будете зарабатывать в крипте. У меня план на этот канал просто там, выкладывать свои темки, которые я делаю в крипте. Более-менее адекватные. Биржи, обучалки. И вернуть... Вернуться, притом лучше, чем было. Как-то так. Напишите вообще, может, кто-то меня давно смотрит, как давно там, как у вас дела, как у вас там с портфелем. Туда-сюда, да. Omnicat, за ним будущее. Ростиксон, за ним будущее. Работаем, и все будет